По распоряжению руководителя партии «Единая Россия», председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, до конца года в Карачаево-Черкесию поступят 43 школьных автобуса разной комплектации. Это почти столько же, сколько республика получила за два последних года. Все автобусы будут распределены по сельским населенным пунктам. Напомню, что в Карачаево-Черкесии перевозку детей школьными автобусами осуществляют 75 образовательных организаций. Республики по 79 маршрутам. В среднем по 3000 человек ежедневно. Как подчеркнул Рашид Темризов на своей официальной странице в Инстаграм, благодаря поддержке партии «Единая Россия», правительства России и Министерства просвещения, автопарк школ существенно обновился, что положительно отразится на образовательном процессе, а главное — на безопасности перевозки наших школьников.